Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнять задание Lesson 1, урок 1, Exercise No. 5, упражнение номер 5. Послушай и прочитай. Для начала разберем. У нас есть три буквы, каждая из которых имеет по два разных звука. Начнем с первого. Буква A имеет два звука. Длинный «э» и «эй». В обоих случаях они стоят в середине слова. В слове «sad» буква «эй» будет иметь звук «э», и в слове «lazy» она будет иметь уже звук «эй». Дальше буква «i» также имеет два звука. Краткий звук «и», например, слово «big», и «i» в слове «i» или «nice». Последняя буква O разделяется на два звука. О — это что-то между О и А. О. Например, Fox. И звук O. Например, Go. No. Теперь давайте прочитаем все слова. Sad, bad, fat, angry, cat, lazy, brave, name, snake, take, звук и, big, slim, six, stick, eat, sound I, звук I. I, nice, five, ride, nine. O, fox, strong, long, frog, crocodile. O, go, no, home, nose, close. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.